31 марта 2021 года у таких ютуберов, как BlackBones, Flex Junior, Shibzy и других, выходят видео с одинаковым названием «Вертеч, верни деньги, GTA Sump». Данные ролики не отличались своей оригинальностью друг от друга, и понять, о чем идет речь в каждом из них, можно было, посмотрев один лишь ролик BlackBones, или, если хотелось разобраться в ситуации более подробно, ролик Flex Junior. Если кратко, то в данных видео освещалась тема с Вертечем, который взял деньги за ролики у проекта Fotpix MTA, это дочерний проект SumpRP, если что, но эти самые ролики в срок не выпустил. Я ебал в рот антихайп. Если честно, то я, смотря данные видеоролики, конечно, задумывался о том, а кто всех этих ютуберов мог собрать вместе. Я подумал, что, возможно, это было какое-то коллективное решение, мол, все были взбудоражены, всем хотелось справедливости, всем хотелось всего прочего, а оказалось, что все намного более прозаичнее. Хуй, я не знаю, пизда, хуй, да. И, на самом деле, не то чтобы легко читалось, но было понятно. Однако, я даже представить не мог, что всех этих людей соберут вместе, а также обведет вокруг пальца настолько тупой человек, что мне даже становится немного страшно за то, с какими людьми я живу. Не так давно, а именно, по-моему, 3 апреля, у ютубера Чопис, это, кстати, вот привет, Валера, как дела у тебя? Пиши в комментариях, там, сколько погода, там, так далее. В общем-то, у него вышел видеоролик, в котором он рассказал о том, что всех этих ютуберов собрал именно Shibzy. Бля, вот этому Shibzy, бля, это просто, это какой-то, блядь, идиот, блядь, я не знаю, какой-то, блядь, пиздец. Так вы это реально Shibzy, вот, бля, не зря никнейм выпустил. Shibzy, мать его. Человек, который, ну, абсолютно точно не одарен интеллектом, это оценочное суждение, исходя из того, что я видел в его видеороликах, то есть у человека такая каша в голове, что я прям, ладно, давайте будем тут без оскорблений, хотя я думаю, что дальше не получится, поэтому если у вас такая, знаете, тонкая душевная организация, то, во-первых, что вы делаете на этом канале, а во-вторых... Shibzy, блядь, лучше. И вообще похуй там, о чем он рассказывает, чё, кто прав, кто виноват, блядь. Вообще, я ролик выпущу, блядь. Вообще похуй. Ну, типа, Shibzy дебил конченый, поэтому я думаю, что с ним вот таким подобным образом поступать можно. Дело в том, что в ролике Чописа Shibzy, он был, ну, вот прям, знаете, на последних каких-то минуточках, то есть сначала объяснение ситуации, а про Shibzy в самом конце, так, знаете, как-то легонечко, тихонечко по нему прошелся, без особых оскорблений, без всего, но когда я все это услышал, мое очко настолько всполыхалось, и я сейчас даже успокоился. Более того, я хотел на эмоциях записать ролик, в котором я бы такой, типа, блять, сука, Shibzy, ёп, ты, бля, ты пидорас, ты хуесос, ты то все, прочее. Но я, знаете ли, в чем дело, немного отказался от этой ситуации. Я успокоился, остыл. И сейчас я, наверное, более-менее могу здраво, нормально и как-то более-менее, по моему мнению, объективно. Хотя как это может быть, по моему мнению, объективно, неважно. Обсудить вообще всю эту ситуацию и то, насколько Shibzy просто тварь конченая. Я, если честно, я до этого даже вот не знал, кто это такой. Я думаю, бля, откуда у него 10 тысяч подписчиков? Я не знаю. Это же просто имбецил, долбоёб. Я не знаю, что он снимает. Я еще в выпуске ДК подметил, что он типа реально Shibzy, но у него хотя бы что-то более-менее забавное было и какое-то вот такое, знаете, более-менее отличие было. И я бы больше поверил в то, что всех людей собрал Flex Junior ради всей этой цели, ради всей этой идеи и так далее. Но всех собрал вот этих вот ютуберов и натравил на Вертеча именно Shibzy. Shibzy, человек, который, блядь, снимает на Trinity RP. Я постоянно хочу сказать Revenant RP, но это Trinity RP. Человек, который, блядь, играет на Trinity RP и который, блядь, собрал, который, блядь, к проекту Fotpix MTA имеет просто косвенное отношение, иногда он там стримит, иногда он там что-то прочее делает, он, блять, в общем, как все было. Он узнал, что Вертеч там кинул проект МТА, по-моему, там Александр Владыка, это пиар-менеджер SumpRP, и Fotpix, и всех остальных проектов, он об этом говорил, он говорил, что там вот то, все, блин, Вертеч так плохо поступил, и Shibzy решил всем этим воспользоваться, потому что там у него какого-то друга, блять, забирают в армию, может быть, это он и есть, может, его и забирают, хотя, блять, с его поведением, я думаю, что его просто бы вдруг, блять, на 2 недели отправили, он бы там отлежал, в армию бы ему никак не грозило, блядь, и все. Но тут просто пиздец, он для какого-то своего друга там собирает 120 тысяч рублей на военник, и поэтому он ради всего этого готов пойти на то, чтобы, блядь, Вертеч, это, разумеется, он виноват, что взял деньги и ничего не сделал, но он добрейший души человек, он, блядь, наверное, комаров не убивает, ждет, пока, блядь, они кровь высосут и улетят, все. Он, блядь, настолько, вот, по крайней мере, создает ощущение такого человека, что просто это в самом деле так. И, блядь, какой-то пидорас,
блядь, Шибзи нападает просто, блядь, на слабо. Просто вот собирает орау всех этих ютуберов, блядь. Я не вспомню всех. Ну, короче, так. Да вообще, да похуй, кто там, это, блядь, Саски, блядь, Сенс, Сет, блядь, Данил Герреро, видимо, какой-то, блядь, Блэк Бонс, Флекс Джун. Все это делает. Чопис обо всем этом рассказал. У Чописа в ролике все это было, что, блядь, в самом деле Шибзи, ебаный, собрал всех этих людей, натравил их на Вертеича, но не потому, что ему хотелось, блядь, восстановить какую-то там мнимую справедливость, сделать все прочее, а потому что он хотел получить преференции от сам ПРП. Блядь, в общем, Вертеич игнорит, Вертеич кинул, Вертеич хуёвый, так, дальше ты чё? И там от Фотпик СМТ в виде какого-то дополнительного прибавка к зарплате или вроде того. Чё-то, я не знаю, как все это работает, но вот чё-то вроде того он хотел получить. Может быть, просто там респект, да, там, что-то такое за респект все это сделать. Это пидорасы хуесос. То есть, понимаете, чуваки, люди, они за справедливость выступали все вот. То есть, я извиняюсь теперь перед всеми ютуберами, которых я там оскорбил, Стриж, но Стриж просто долбоёб. Я понимаю, почему у тебя дизлайков в процентном соотношении больше, чем у других людей. Даже, блядь, слушать невозможно, ты просто дебил, блядь. Просто, блядь, идиот, нахуй. Все остальные ютуберы, блядь, я извиняюсь перед вами за то, что вы там попали под горячую руку и так далее. Но вы долбоёбы то, что вписались во всю эту хуйню и просто вами, блядь, манипулировали как хуй пойми чем, а вы вопросом не задались. Как? Блядь, да вот, сука! Я до этого не читал, но это ж просто пиздец. Как у меня полыхает, я просто с вас не могу. Чуваки, блядь, сам ютубер, это ж просто пиздец. Блядь, сходку он делал в Гродно 7 декабря. Ну и после сходки я ему написал с предложением ролик сделать. Сидец, я охуеваю, блядь, они все как один, нахуй, один долбоёб сказал, блядь, 15 повторили, нахуй, то, что они на этой, блядь, парковке, на этой сходке все обговорили, да нихуя, блядь, сам Александр пишет, сука, что после сходки я ему написал с предложением ролик сделать, после сходки, блядь. После, блядь, просто ж пиздец. Я не понимаю, блядь, почему так сложно информацию проверить, блядь, я без негатива, ну это просто... А какой мотив у Шибзи, блядь, а чё там вот это вот все прочее? Человек, блядь, фармила бабла, в какой-то момент осознает, блин, ребят, а давайте-ка мы, знаете, восстановим справедливость. То есть, блядь, ёбаная фармила бабла с этого всего сампы, которой являюсь я. Я тоже там фармлю бабло с сампы из КРМП, там вот этой всей блэкраши. Но при этом у меня выходят сампообзоры, по крайней мере, раньше выходили, выходят выпуски ДК. С этим все понятно. И тут, понимаете, то есть у людей даже мысль не встала в голове, то есть ничего не зашевелилось, мол, человек, который просто фармит бабло, который, блядь, занимается тем, что просто выпускает все эти свои видеоролики, лишь бы, блядь, денег заработать, он в один момент такой, типа, о, блядь, я хочу восстановить справедливость, я хочу сделать то, я хочу сделать это, я охуеваю, блядь, почему вы об этом не подумали? В любом случае, все хуево, все плохо, если вам стыдно за все то, что вами манипулировали, то, что вас, блядь, обвели вокруг пальца, ебаный Шибзи, который просто хотел получить прибавку к зарплате, к своей вот этой вот, со всей стрим. Можете просто либо ролик удалить, либо его скрыть, блять, и нахуй этого Шибзи послать. Потому что настолько пидорас, настолько хуесос, блять, людьми манипулировать. Разумеется, просто так он бы, блять, их не собрал. Он бы, если бы он чувакам сказал, чуваки, я хочу получить прибавку к зарплате, давайте соберемся и ради меня все это сделаем. Разумеется, ничего бы, блять, не получилось. То есть, понимаете, тут отыгрывается такая хуйня, как, блять, из завода Юрия Быкова, фильмов. Я охуел, насколько все это похоже. У Юрия Быкова все-таки, блять, фильмы пиздец жизненные. Только если в заводе, чел. Ладно, это будет спойлер. Посмотрите фильм «Завод», там прям, блядь, один в один, ёбаный, блядь, Шибзи, только, ну, в общем, там все наоборот. Поэтому, чуваки, это просто полный пиздец. Фильм «Завод» от Юрия Быкова, посмотрите, это охуительно. Шибзи, блядь, пидорас, хуесос и мразь конченая. Пошел нахуй, ты тупой долбоёб, блядь, который манипулировал людьми, лишь бы заработать бабок. Понятно, капитализм, каждый крутится как может, как хочет, блядь, но крутись сам. Других людей во все это не втягивай, и тем более, когда ты, блядь, на человеке другом хочешь, блядь, заработать денег. Это ж просто пиздец. И не просто там какой-то ролик выпустить, рекламку вставить, а когда ты реально мочишь его. Ты чё охуел, блять? Шибзи, пошел ты нахуй, ты пидорас, хуесос, я тебя в рот ебал, и ты, ну ты просто долбоёб, блять. С этим теперь живи. Честь имею. Аризона РП Феникс, IP в описании, вся информация тоже там. Ролик в 20:00 завтра, если повезет. Шибзи, пошел нахуй.